Чтобы реформы стали реальностью, Украине нужна четкая стратегия развития. Об этом сегодня говорили делегаты форума Аграрной партии. Здесь собрались и депутаты местных советов, и мировые политики. Какие решения приняли, подробнее в материале. На форум съехались 1800 участников, большинство из них депутаты от Аграрной партии. В повестке дня вопросы, с которыми сталкиваются объединенные громады и местные советы. В основном обсуждают проблемы децентрализации и то, что под эту реформу нужно еще принять целый ряд законопроектов, которые бы четко разграничили полномочия центральной и местной власти. Для того, чтобы распочатать процесс децентрализации, процесс треба было визначити конституційно. Далее треба було визначити внести зміни в закони про місцеве самоврядування, закони про місцеві державні адміністрації. Найголовнішим завданням для аграрної партії – зробити могутню Україну. От саме могутню Україну. Щоб громадяни інших держав мріяли стати громадянами України. Щоб вони мріяли приїхати і жити у нас, а не навпаки. Среди приглашених на форум українських топ-політиків і експертів – мірові економісти і політики. Коррупция есть везде в мире, но таких гигантских масштабов, как у вас, наверное, нет нигде. Вы обладаете уникальной плодородной землей, она ваше огромное богатство и ваш конкурентный потенциал. И если найдете способ правильно пользоваться землей и получать хороший результат, и поборете коррупцию, то завоюете мир. Ключевыми пунктами стратегии развития страны, которую разработали аграрии, стали демонополизация экономики, создание среднего класса, быстрое строительство инфраструктуры государства, а также принятие законов о новом административно-территориальном устройстве. С этой стратегией партия собирается участвовать не только в предстоящих местных выборах, но и в ближайших парламентских. В Конституції нашої країни самого поняття адміністративно-територіальної одиниці, яке називається об'єднана територіальна громада, немає. Тому потрібно здійснити дійсно повну земельну реформу, випрацювати необхідне законодавство. Ми третій рік поспіль є у трійці переможців. Я думаю, що на виборах 29 квітня ми суттєво покращимо результат свій. Тобто є сьогодні дійсно та основа тої політичної сили, яка виросла від землі, від людей, і яка буде готова на 100% до наступних великих виборів до Верховної Ради. Следующий масштабный съезд Аграрная партия проведет в июне. Поделиться опытом в Киев приедут 5000 депутатов местных советов. Павлина Василенко, Сергей Ведмідь, подробности, телеканал Интер.